Челы, заходите на стримы. Так, а мы не можем здесь проломить проход какой-то? Или это шорткат? Наверное, это шорткат, да? Типа, если идти через токсичную вот эту жижу, можно потом попасть в башню. Так, ну что ж, окей, мы прийти матч, исследовали эту локацию. Единственное, вот здесь остался какой-то погреб, надо туда сгонять сейчас будет. Не пропустить. Да, смотрите, сокрытая такая пещерка. Клад какой-то. Древняя статуя – символ урожая. Эта видавшая виды статуя посвящена плодам земли, без которых ни одному королевству не выжить. Статуя выполнена из мрамора высшего качества. Она кажется чужеродной в этом темном и грязном месте. Непонятно кого пока. Яд. Если намазать им клинок, врагу не поздоровится. Какого бы роста он ни был. Очень полезное преимущество для Реджи. Смазать ядом можно, да? Нормас. Яд действует какое-то количество времени. Отображается это сверху около стрел, да? Так, заказы. Охота на червей. В канализации опять нашествие червей. Им там не место. Ликвидация гнезда червей. В канализации появилось гнездо червей. Если его не уничтожить, они скоро расползутся по всем туннелям. Берем этот заказ. А мы можем только один заказ взять? Блин, жаль, что мы не можем сразу два взять заказа и выполнить в одно время. Это было бы логично, учитывая, что они оба в канализации. Или может это вообще выбор задания? Непонятно. Мы пойдем проверим. Что такое, друг? Тебя кто-то напугал? Этот грязный жук мерзкий. Не волнуйся, мы с ним расправимся. По башке. И тебе на здоровье. Окей. Пришли папаши. Уай! О, черт, я успел! Я заблочил. Фак. Это было близко. О боже, меня уничтожат эти камни. Лучше не использовать двуручное оружие здесь. Его долго менять я не успеваю. Фух. Блок. Надо избавиться хотя бы от одного жука. Будет проще. Удар боли. Хорошо. Блин, еще один жук? Вы прикалываетесь? Ладно, надеюсь, это последний. Твой камень бесполезен. Рейнджер поблагодарил Реджи за спасение, но ему по-прежнему требовалась помощь. Он в жизни не видел нашествия подобных масштабов. Черт, вот эти, конечно, мои сумасбродные движения, которые вызывают урон с падения вниз. Так. Wait, what? Покатился мелочек. Спел. Двуручное оружие очень сильно и очень круто. Важно то, что нужно вовремя переключаться на одноручное, чтобы успеть поставить блок. Смотрите, двуручка их летающих настолько жестко контрит, что они ничего буквально не могут сделать. Какой-то красивый жучий клинок он нам дает. По урону он точно такой же, но по весу больше. Блин, я бы его потестил, может у него крутые атаки есть. Но, блин, потом, наверное. И жучий щит. Ядрить он дает защиты. Это, походу, тяжелый щит, что ли. Черт, очень крутой щит по защите. А, пофиг, возьмем.
Так, у нас фуловый запас, кстати. Еп. Ликвидация гнезда, берем. Так, наваливают оружием. Правда, я не знаю, есть ли смысл в этом оружии, если честно. Положим его в запас. Еще одна... О, вот это крутая бронька. Тяжелая, походу, или средняя, как минимум. Блин, соблазнительно. Но мне кажется, у нас такой будет перегруз. Блин, потестить? Давайте потестим, как это выглядит вообще. Ой, я стал таким медленным. Так, ну что ж, отлично. Мы как раз отсюда можем по шорткату пойти в крепость. Мне кажется, как будто чем больше вес, тем больше горбится наш Реджи. При максимальном весе он вообще, походу, по земле будет ползать. Здорово, комарики. Хотите дать мне немножечко жвал? Герой-победитель жуков. О, мне на халяву дали 2 железа. Спасибо. Явно лишним не будет. Наверное, можно что-то сковать или как-то улучшить. Может быть, оружие кузнеца теперь. Так. В деревне кое-где еще тлели руины домов, но такие мелочи не могли помешать прирожденному бизнес-крысу вроде лавочника. Так, давайте заглянем к лавочнику. Ой, извиняюсь. What? Чертеж нового оружия или брони. Теперь кузнец сможет сделать этот предмет. Погодите. Это то, что я могу купить, верно? 2 железа и 3 жвала. Купить. Ну давайте один купим. Может быть, нам пригодится. А что вот это такое? Мы сюда спускались? Ну, точнее, нет, мы тут сюда явно не спускались, на карте же не отмечено. Еще здесь какой-то проход есть. Ну, пойдем посмотрим. Может быть, мы уже можем туда спуститься? Так, походу, мы пока не можем туда пойти, потому что мост не построен, да? Мы не можем туда отправиться. Капитан стражи попросил юного короля прийти на поле для испытаний. Он хотел кое-что проверить. Кое-что проверить. Что же вы хотели проверить? Поле для испытаний. Памятник его отцу, королю Крысусу. Сейчас скорбеть некогда. Нужно спасать королевство. Откуда здесь жуки появились вообще? Прилетели нахрен. Мы тут скорбеть собирались, а вы откуда вообще? О, фак, он меняет быстро положение, засранец. Как надо пошевелиться. Ай! О, нет, еще один папаша пришел. А по жопе? Арбалет? Он хочет мне дать арбалет? Он хочет мне дать арбалет, а я возьму его. Он, кстати, самую малость, чуточку прям совсем потяжелее, чем лук. Там вот прям такая тонкая линия красная видна. Арбалет лучше древесины твердых пород, оружие достойное короля.
Все, он остался скорбеть. Я, кстати, даже медленнее стал передвигаться, как будто бы. Такое ощущение, что я прям вообще нагружен очень серьезно. Спина надрывается буквально. Так, садимся на трон. Шеф заявил, что восстанавливать крепость нужно с кухни, так как рабочих нужно кормить. А еще им нужно платить. Когда наступит золотой век этого королевства, Реджи изобретет налогообложение, но сейчас ему придется выполнять задание старейшины, чтобы пополнить казну. То есть это все из моего кармана будет уходить? Вы рофлите, что ли, надо мной? И что, нам пойти задание выполнять, что ли? Wait, погодите, так у меня же было 8 монет, но я просрал их на чертеж, походу, лишний. А есть ли вообще сейчас задание? Вот в чем вопрос. А, нет, я действительно тратил железо и жвалы, я не тратил золото. Нет, я не могу сюда пройти дальше. Здесь нет заданий. Я обязан к рейнджеру, что ли, идти, походу, снова? О, лагерь лягушек-разбойников появилось. В деревенской канализации разбила лагерь банда лягушек. С ними нужно разобраться, пока они снова не начали грабить местную ферму. Две звездочки у задания, кстати. Так, а где это находится? Это находится, кстати, в том секретном месте, в которое мы сами спускались, да? Чего, блин? Это что такое было за обуз? Ты охренел? Он чуть меня не ваншотнул. Прогочебасил. Проходы, кстати, почему-то снова закрылись. Странно. Опа, пипеги стоят, смотрите. Внезапность. Оп. Как же они никчемны. Робин уже давно выслеживал этот отряд лягушек. Он стал отличным помощником Реджи в борьбе с болотными отрядами. Ага. Че еще расскажешь? Окей, понимаю. Хорош. Давайте арбалет попробуем. Бам, бам. Красиво. Так, какая-то боевая жаба нахрен пришла. Ой-ой-ой-ой-ой, полегче, брос. Блять, он бешеный. Посмотри на этого ублюдка, что это за жесть? Он просто взял и... Отстропонил меня своим копьем. Еще один выстрел, и еще один выстрел, и еще один выстрел, и еще один выстрел. Прикат. По жопе, по жопе, по жопе. Черт побери. Фух, Робин сделал это дело. Фух. Так, окей, его копье мы берем про запас. Что еще здесь? Какой-то уникальный лут. Неплохая бронька, кстати. Уменьшает вес. Обладает хорошей защитой против жуков. Защита больше, возьмем. Ух ты. Двуручный меч. Слушайте, ну-ка давайте попробуем. Он быстрее. По крайней мере, если бить вот такими атаками, он быстрее и легче. То есть, может быть, это нам пригодится. О, здрасте. У фургона торговца отвалилось колесо. Хозяин пообещал щедрую награду за быструю замену. Фига, смотрите, там какая тварина. Это то, кого они запрягают? Фу. У нее вымя даже есть. Мерзко. Но непонятно, где мы можем найти колесо. Мы учтем это на будущее. Король пришел. Так, они забрали наши 8 монет.
В битвах с лягушачьим отродьем не мудрено проголодаться. Если бы Реджи нашел нужные продукты, шеф смог бы приготовить для него пир, достойный короля. Так, вот такая вот курточка тоже неплохая, кстати. А я, наверное, возьму ее. С лягушками сложнее сражаться, чем с жуками, как по мне. Поэтому стойкость против лягушек важнее. Защита побольше, вес не супер... Ну, прикольная, хорошая. Супер легкий какой-то обруч. Да, в запас. О-о-о, сильный меч. Использовать. Крутой щит использовать. Что такое? Кузница! Ее разрушили! 10 монет необходимо, чтобы перестроить. Кузнец наверняка слышал от шефа о том, что если потрясти Реджи, посыплется золото. Но восстанавливать армию было необходимо, ведь лягушачьи кланы могли вернуться. Так, ну я так полагаю, нам предлагают сейчас просто исследовать карту и выполнять задания какие-то, чтобы накопить. Наша основная цель сейчас это восстановить крепость, да? Поэтому нам нужно заработать денег. Ликвидация гнезда москитов. В глубине канализации обнаружено гнездо москитов. Его необходимо уничтожить, пока те не вылупились. Так, это позволит нам две монеты заработать. Проблемы шахтеров. Шахтеры сообщили, что в подвал заползли черви и не подпускают их к инструментам. Королевству нужно железо, поэтому червей придется ликвидировать. Так, ну в таком случае погнали сначала, наверное, в канализации дочистим все-таки москитов, а потом уже пойдем на более сложное задание. Комари. О, ядрить их тут. Жужжат. Чё? Задоджили? А как насчет еще раз? Смерть. А вот так? А вот так? Смерть. А вот так? А вот так? Что это такое? Не успел Реджи закончить работу. Как явился Робин и сказал, что нашел еще одно гнездо. Кстати, стреляют они больно довольно. Ха! Дурачина. Еще вы можете сделать. Гнездовье. В гнезде москитов было полно яиц. Робин надеялся уцелеть, чтобы было что потом рассказать внукам. Блин, больно. Они выглядят хрупко, но на деле стреляют. Будьте здрасте. Все? Пара пустяков. О. Ну слабее, слабее. Так, что нам нужно сделать? Там еще, что ли, задания появились? Походу, там еще задания появились. Что-то нас никак не выпускают из этой канализации. О! У дровосека было колесо, он готов был отдать его за определенную плату. Братан, забирай, изи. Вот и пригодились жвала. В канализации нашествие москитов. Погоди, это не то же самое задание? Нет, за него дают 3 монеты. Блин, странно, эти задания больше похожи на какие-то... А, вот. Вот как раз это место. Ну ладно, пойдем сгоняем туда, дочистим, может, до конца тогда. Это, походу, последнее задание.
Давайте хоботухи. Тут три целых. Как же? Ух, бля, он опять забузил. Ай. Да он опять забузил, чуваки, он опять забузил. Ты посмотри, что он делает. Он двойной дэмэдж какой-то наносит. Как так вообще? Добив всех этих москитов, Реджи задумался, откуда они здесь берутся. Какая-то шляпа гоблина. О, она топовая. Это имба, берем. И щит неплохой в целом. Взять, что ли, щит? Да, наверное, возьмем. И копье мега имба. Это двуручное копье, кстати. Охренеть, берем. Жесть. Вот это снаряжение хорошее. Так, ну все. По идее, квесты закончились здесь. Пойдем теперь отдавать... так, а как нам будет быстрее сделать... Так, он мне дает копье за фургон. Едрите, супер тяжелую броню какую-то. Просто мега защита. Но она, кстати, без стойкости. Не будем ее ставить, наверное. Это что, крот? Ты кто? В подвале развелись черви, и теперь шахтеры не могут взять свои инструменты. Если проблему не решить, шахта так и будет простаивать. Пошли тогда спустимся. Блин, как круто он в этом шлеме выглядит. Мне прям нравится. Он какой-то прям как джедай, я даже не знаю. Опять какие-то яйца. Жук. Копье фигни. Нет, погоди, я попал все-таки. Просто звука не было. Но такое чувство, как будто... О, боже мой. Такое чувство, как будто у копья плохой хитбокс. Ух ты. Прямо кончиком достал. У меня весь эстус кончился. Все запасы сока израсходовались. Так, я вижу какую-то награду. Слушайте. Это, по сути, имба против летунов, всяких комаров и прочих, да? Она супер легкая, да еще и защита. Я возьму ее, наверное, даже. Такая тканная. Одежечка. Он не дает смотреть шахтерский шлем. А в чем его прикол? Может, он освещает путь? Какой-то ржавый меч? Что может? Черви были убиты, и шахтеры смогли забрать свои инструменты. Они обещали работать круглые сутки, пока не добудут достаточно железа для королевства. Окей. 11 монет. Мы наконец-то можем. В кузнице можно работать. Все, пошел. Забрал свой червонец и ушел. Довольный. Теперь кузница так хорошо отремонтирована, что кузнец, скорее всего, сможет что-то сделать под тем чертежом, который собрал Реджи. О, новый двуручный меч. Возьмем. Какой-то шлем еще. Ну, шлем... Ну такой. Выглядит, правда, забавно, но возьмем положенного лучше.
Приноси чертежи. И все будет хорошо. Создать. Он создает типа на рандом, что ли? Или как? То есть ты не знаешь, что он создаст? Походу, да? Так, какое-то копье создал. Возьмем про запас. Меч. Меч тоже хуже. Про запас. По-моему, точно такое же. А, нет, это двуручное теперь копье. Ну, тоже кал. Опять кал. Какое-то ржавое поношенное дерьмо он, по-моему, создает только. Так, вот это неплохой шлем. Но... вообще давайте. Броня еще одна. Интересная бронька, кстати. Возьмем, наверное. Еще одна броня. Нет, это уже положим. Все, чертежи кончились. То есть, погоди, это реально как элементы гачи... не гачи. Ну, короче, гача игры. Так, пойдем посмотрим теперь, что хотят подданные от нашего короля. Теперь у шефа была новая кухня, и он пообещал наконец накормить Реджи по-королевски, чтобы никакого залежалого сыра. У деревенских лавочников можно взять хлеб, молоко и грибы, правда, за ними придется сбегать. Так я король или кто, блин? Почему я король, и я бегаю сам, блин, за своей едой? Че это за прикол вообще? Отправьте каких-нибудь васянов, пускай сгоняют за хлебом, нахрен. Хлеб купить. Давайте еще один чертеж maybe купим. Давайте даже 3 купим, 4 купим, 5 купим чертежей. Гриби. Если королю нужно молоко, ему придется идти туда, где его получают, на ферму. Так, вам нужно подоить создание. Отправляйтесь направо. О, детишки, медвежонок. Крысята потеряли игрушку, пока прятались от лягушек. Казалось бы, невелика потеря, но для короля чужой беды не бывает. Крысята были счастливы вновь увидеть свою игрушку. Реджи сказал им, что это самый храбрый плюшевый мишка во всем королевстве. Если они дали вот просто какое-то дерево, кусок дерева. И это вполне неплохой щит, кстати. Но возьмем про запас его. О, еще 5 железа дали, ни хрена себе. Нормалек. Опять жуки боли. Ваншот. Домашний. Ай. Ай. Ты че, блин? Охренел, что ли? Заплевал своей харкотиной. Так. Убили, что ли, его? Жесть, просто домой. Отлетайте, очередняры. Так, мне молочко нужно. Да-да, это создание дает молоко. Молоко черви-коровки. Свежее молоко черви-коровки. Пригодится шефу для приготовления различных блюд. Черви-коровка — гордость и радость фермеров. Не красавица, но молока дает хорошее. Питательно. Так. Сытный обед. Теперь у шефа были хлеб, грибы и молоко, и Реджи надеялся, что тот приготовит вкусную еду, как и обещал.
Сейчас тебе самому придется готовить. Ни хрена себе. Бургер. Так, броню нам еще дали. Броня неплохая в целом. Пожертвовать? Да давайте пожертвуем еще весом. Так, это просто какой-то ободок. Чертежи кузнеца были уничтожены во время лягушачьего нашествия. Единственная оставшаяся копия, а точнее оригинал, находится в могиле прадеда кузнеца в запретных склепах. Он подошел, чтобы открыть дверь своим ключом, но услышал изнутри странные звуки, похожие на пение. Реджи решил, что кузнец просто наслушался бабкиных россказней. Это мы узнаем.